космос, неизведанный и безумно загадочный. Как много тайн он скрывает в себе. Вокруг темно, и только звезды освещают нам путь. Хьюстон, какой-то неизвестный сигнал прерывает нашу трансляцию. Хьюстон, вы меня слышите? Кодовое название два канала, я не красный. Сигнал принял, Омега. Сейчас посмотрим, что это за перец. Не упустите его из виду. Подпишитесь на канал. Хьюстон, прием. Кажется, мы остаемся, Хьюстон. Конец связи. У-ху! И угораздило же меня подняться на борт с таким капитаном. Не волнуйся, Эммет, нас ждут великие дела. Вы вообще понимаете, что в экипаже должно быть 4 человека? Как вы собираетесь управлять этой махиной? Все гениально просто, мой дорогой друг Эммет. Никак. Просто нужно верить в Каравактулху. Господи, я же говорил вам принять таблетки. Ты об этих вкусняшках? Я их рассыпал. Какого хрена у вас мармеладные мишки вместо таблеток? Боже, я уже второй день с вами в космосе, а вы мне задвигаете речь, кто как вам жарко и было бы неплохо открыть шлюз. В космосе, блин! У большинства людей по 5 пальцев на руке. Бортовой компьютер сообщает, что у нас утечка. Что будем делать, капитан? Да мне все поебать. Мне суп. Прошло 3 дня после того, как капитан Томпсон не принимал свои лекарства. Мой темный друг, мне кажется, я умираю. Ты знаешь, закрывать утечку радиации ртом не самая лучшая идея. Зато я поздоровался с единорожкой, и мы вместе поскакали к Человеку-пауку на помощь. Ладно, попрошу бортовой компьютер сделать вам аптечку. Просматривая чертежи красивых машин прошлой ночью, мне удалось обнаружить на борту торговый автомат с едой. Но аппарат был сломан, поэтому мне пришлось взяться за его починку. И на следующий день мне все же удалось его починить. Нет такой вещи, которую невозможно отремонтировать старым добрым скотчем. А ты можешь так за меня отремонтировать? Конечно, но для этого мне нужны таблетки, которые вы оставили на земле. А что дать-то? Таблетку. Какую? Любую, любую. Как это любую? Ну, любую, нужно выпить. В одном из отделений мы нашли маленький металлический ящик, капитан. Откроете? Капитан, вы не капитан, вы идиот! Как можно было случайно заставить сработать систему защиты? Теперь содержимое ящика уничтожено. Одним кубиком меньше, одним больше. Какая разница, Эммет? На 7-й день случилось чудо. Мы расшифровали сигнал, который шел к нам на бортовой компьютер. Капитан, кажется, сигнал подают инопланетные формы жизни. Инопланетяшки? У нас их ведь даже угостить нечем. Зачем вы нажимали по всем клавишам бортового компьютера? Произошла ошибка, Эммет. Я героически спас нас. Не волнуйся, со мной ты в полной безопасности. День 13, планета Роботофу. Эй, мы приземлились, я заговорил, что все будет хорошо. Хотя было больно, когда ты укусил меня за задницу с криками «Это все ты виноват». Мой дорогой друг Эммет, почему ты молчишь? Пошел нахуй! Капитан Томпсон остался один. День за днем он оставался в одиночестве и не мог покинуть свое судно. В конце концов, одиночество привело его к безумству. Но у него появился друг по прозвищу Павук. Он был устал в космосе, когда я его нашел. Но однажды он пропал. Капитан Томпсон не мог найти себе места и окончательно спятил. Он направился к главному роботу планеты Робофобу. Насрал ему под дверь, повтыкал спички и сказал, что это ежик. И на 76-й день... они пришли отомстить. Никто не знает, при каких обстоятельствах пропал Павук. Но некоторые говорят, что он еще вернется. Другие же твердят, что его и вовсе не существовало. И все же, какова мораль этой истории? Возможно, ее нет, и ты просто потратил время зря. Или же это о чем-то великом, непонятным тебе. Ну что, дорогие друзья, прожил я 76 дней без экипажа. Данный формат ролика получился довольно спонтанно, и извините за то, что он такой странный. Если хотите кого-то винить за долгое отсутствие, либо за странный ролик, то можете винить ураган, который прилетел ко мне в город и расхерачил там все. Ну а с вами был я, Некрасный, всем пока!